Это ежегодное голосование стало уже традицией. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» местные жители выбирают территорию, которую благоустроят на следующий год. Так, в 2023-м победителем стала площадка на улице Гажуевской. Ее должны отремонтировать в текущем году. А вот какую территорию благоустроят в 2025-м, пока неизвестно. Но трех финалистов в результате голосования Саранская администрация уже определила. Это территория умноквартирного дома номер 202 по улице Мордовская, 35. Она заняла первое место, набрав свыше 900 голосов. Второе место занял фонтанный спуск по улице Московская. Он набрал свыше 430 голосов. И третье место – Советская площадь, набравшая свыше 400 голосов. Все три территории чем характерны? Это, по сути, темные лошадки. В прошлые годы они не попадали в число финалистов. Но в этом году их поклонники скооперировались, и, собственно, мы определили трех победителей. Тот самый двор на улице Мордовской, ставший лидером среди 25 предложенных вариантов. Площадь этой территории составляет примерно 1,5 гектара. С одной стороны, совсем недавно установили новые футбольные ворота, детские горки, качели, а с другой у нас абсолютная пустота. Благоустройство этой территории начали еще в прошлом году. На пустыре стояли конструкции советских времен, рассказывают местные жители. Для безопасности детей их убрали, но кое-что еще осталось. Хотелось бы придать двору современный вид, ведь здесь, по словам местных жителей, многолюдно. Со всех домов сюда приходит. Потому что площадок здесь как таковых у тех домов тоже нет. Маленькие площадки. Вообще здесь площадка всегда была. Здесь вот снесли металлические конструкции, а там, по сути, вот в прошлом году только вот стали более-менее благоустраивать и устраивать праздники здесь. Каток у нас в прошлом году был здесь зимой. Дети очень радовались. Но сейчас там ничего не чистится. Стоит отметить, что в тройку лидеров попали территории только Ленинского района, хотя из Октябрьского, например, было предложено 15 вариантов. Но в этот раз местные жители сфокусировали свое внимание на центральной части Саранска. Даже Советская площадь оказалась в тройке лидеров, а вместе с ней и фонтанный спуск. Какая территория одержит победу, будет известно уже этой весной. С 15 марта по 30 апреля будет проходить рейтинговое голосование. Оно будет проходить по аналогии с предыдущими годами. То есть на портале госуслуги можно будет отдать свой голос, а также при помощи волонтеров. Арина Мелешкина, Евгений Фролкин, Андрей Просвиркин. Наши новости.